Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как путешествовать в доме на колесах. И мы с вами поедем на самый юг Испании, пляжем Кадиса, на Атлантический океан. Они безумно красивые. Ну что, поехали! Но перед путешествием я покажу вам вначале наш дом на колесах, как он выглядит внутри. Это стол, за которым мы будем завтракать, обедать и ужинать. Это плита. Все так красиво спрятано. А это раковина. Посмотрите, как кран сложен. Здесь также есть холодильник с морозилкой. Также много шкафчиков. И каждая дверца шкафчика имеет такую пимпочку. Вот ее нужно закрывать прям полностью, чтобы дверца не открылась в пути. Также есть даже розетки. И много-много шкафчиков, как я уже говорила. Все они закрываются по одинаковому принципу. А еще в нашем доме на колесах есть душевая кабина с туалетом. Классно же, прям полноценный дом. Душ вот так закрывается, ничего не просвечивается. И, конечно, его нужно обязательно закрыть на щеколду в дороге. А это наше спальное место. Достаточно просторное. Проверено, мужчина 1,90 м помещается. А внизу будут лежать наши вещи. Вода, пиво и самокат уже есть. Ну все, можно ехать и без чемодана. Ну что, отправляемся в путь. И вначале мы отправились из Малаги до пляжа Ля Байена, что приводится Кит, и находится недалеко от Кадиса. Утро в доме на колесах всегда начинается с рассвета. Чашечки горячего чая или кофе и хрустящего хлеба с оливковым маслом. Это наш первый рассвет в таком красивом месте на пляже Коста Байена. Вот этот знак означает, что тут могут парковаться только обычные легковушки, а мы нарушители. То есть никакие караваны, фургонеты не могут. На самом деле полиция утром проехала, но ничего нам не сказала. И если вы занимаете только одно место, не ставите снаружи стол, стулья, то все хорошо. Прогуляемся по пляжу. Какие бывают дома на колесах в Испании? Вот посмотрите, самая первая машина такая прям маленькая-маленькая. К ней как будто просто как прицеп. Бывает вообще прям целый отдельный прицеп. То есть обычная машина, к ней прицеп со спальным местом. Все остальные, в принципе, дома на колесах. Видите, какие все разные? Первая линия океана. Такая красота. Посмотрим на них вблизи. Конечно, дома на колесах стоят очень дорого. Минимум где-то 20 тысяч евро. Какой милый автодом. Все еще часто путешествуют своими домашними питомцами. Вон даже далматинец. И я даже видела и котов. Водичка божественная, просто нереально теплая. Хотя в приложении есть такой инфомедуза, которая показывает наличие медуз и температуру океана или моря. Она показывала где-то 22-23 градуса, но по ощущениям как будто плюс 25, не знаю. Вообще просто супер. И бесконечный пляж. Обожаю пляжи Кадиса с его желтым песком. Такая большая медуза. Фиолетовая. Скорее всего, она жалит. Трогать я ее не буду. Оу, как камень вообще. Очень плотная. Не представляю, если она до тебя дотронется. Случайно увидели, как взлетает военный самолет. И все потому, что рядом город Рота. А там находится самая большая морская база Испании. Ну а пока мы едем на новое место ночевки, пляж Кала де Рочи, я вам покажу, как не надо парковаться. Посмотрите сейчас. Час дня, вся парковка занята. Люди прибывают в самую жару.
А так было в 9 утра. Какой минус дома на колесах? То, что вы можете менять место дислокации только один раз в день. Почему? Потому что парковки занимаются обычно поздно ночью, то есть мы меняли всегда место где-то после 8:30 вечера, где-то до 10, где-то в этом промежутке, то есть когда все люди уезжают с пляжа, то есть мы приезжаем, места освобождаются, тем более вы понимаете, что дом на колесах, он не маленького размера и занимает обычно два места, либо чтобы выбрать, чтобы удобно стоять. Поэтому, а в течение дня вы так не сможете взять и поменять, вы куда бы ни поехали, то есть все пляжи забиты, то есть места все заняты, это очень сложно. Ну, конечно, если только проездом, где там просто немножко остановиться, можно найти, но в популярных местах вы точно места не найдете. Вы на обычной машине не найдете парковку, а в доме на колесах тем более. Ну, а мы успели и приехали к закату на моем самом любимом пляже. Мы сейчас находимся на пляже Кабо-де-Роче. Это невероятно красивое место. Самое лучшее место для встречи заката. Доброе утро, солнышки! Такую фразу я видела на следующий день на пляже. И, конечно же, мы пошли изучать все бухты рядом. И сейчас я вам покажу эту красоту. 8 утра на пляже, ни души. Почти. Этот пляж называется Эль Пуэрко и в переводе означает «свинья». Вообще очень некрасивое название для такого красивого места. Он громадный, широкий, и смотрите на это отражение. И, конечно, погода была очень пасмурная, что нетипично для Андалусии, как будто мы попали на север Испании. И удивительно, что мы тут, как и в Галисии, встретили нет не крабика, а самый дорогой моллюск в мире. Каддис тоже есть, персевис, никогда не видела. Только в Галисии в этом году первый раз. И вот он. Конечно, он тут намного меньше, но все равно он есть. Его, кстати, срывать нельзя. Большие штрафы. Если посмотреть на карту, то видно, что от пляжа Кабо-де-Роче до маяка береговая линия очень извилистая и очень много бухточек, по которым можно пройти пешком во время отлива. Этот пляж по-настоящему дикий, не видно никаких вилл сверху, только скалы и океан. На первый взгляд кажется, что перебираться между пляжами очень легко. Но смотрите, даже во время отлива в некоторых местах мне было по колено. А когда прилип, доступ между пляжами, можно сказать, закрыт. То есть можно только вплавь. Причем эти камни в воде не видны и достаточно опасны. А здесь, если присмотреться, то люди спускаются по полуразрушенной лестнице. Представляете, волны были размером со скалы. А еще многие не знают, что пляжи Кадиса очень похожи на португальские пляжи Альгарве. Такие же скалы, желто-красные, только чуть поменьше размером. Мы сейчас прошли самую последнюю бухточку, Кабо-де-Роче. Она вот здесь находилась, может быть, она для нудистов. И там у нас впереди кто-то ждет маяк, и тут огромное количество валунов, камней, уже непроходимо. То есть дальше мы не можем идти, насколько можем. То есть если будете прогуляться по пляжам, по этим бухточкам, то идете от Кабо-де-Роче и до Кабо-де-Роче. Места вообще необыкновенные. Советую. Я просто влюблена в них. А еще на пляже в Кадисе меня тянет танцевать сальсу или бачат. We'll be right back.
полезного хочу вам рассказать, как искать места парковки в автодоме. Парковаться в доме на колесах можно только в специально отведенных местах, а особенно ночевать. То есть ночевать вы на любой парковке не можете. Есть специальный сайт Park4Night или приложение на телефоне, которым мы пользовались и отмечали места, где мы можем ночевать. Выбирали, там люди оставляют свои отзывы, фотки, то есть можете выбрать место более красивое. Там есть разные, есть необорудованные, есть более оборудованные, есть места и с душем, и со всем. То есть, ну, это что найдете, смотря куда вы едете. Но мы не удержались и остались на закат. Мне кажется, это идеальное место, чтобы встречать закаты. Все остаются, приходят своими пледами. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался. Но на пляже Калдерочи мы не заканчиваем, и в следующем выпуске вы увидите еще много красивых мест. Мы прогуляемся по красивейшим пляжам провинции Кадис. А также вы увидите Трафальгарский маяк, и я расскажу о знаменитом сражении. И почувствуете дух свободы, хиппи. И расскажу еще об особенностях жизни в доме на колесах и что нужно знать. Также вы увидите место, где встречается Атлантический океан со Средиземным морем. И, конечно же, закат. До встречи в следующем видео. Адьос, пока!